Всем привет! У нас похолодало, и поэтому сегодня красное вино, горячее красное вино. Вот такая бутылочка, винодельная Миласа, виноград Барбера. Это, ребята, тяжелая артиллерия. Угу. 16-й год, Барбера, Ницца. Сейчас я ее открою. Покупал эту бутылочку я в Алкотеке. Была скидка хорошая. Она стоила где-то 2500. Я ее купил за 1650 рублей. Ну, думаю, сколько той жизни. Попробую Барберу. Ни разу еще не пробовал виноград Барбера. Что это такое и с чем его пьют. Итак, сегодня дебют. Ух ты, какая длинная пробка. Хорошо. Отлично. Насыщенный цвет. Уже сразу видно. Так, фирменная пробка. Прессованная Миласа. Вот такая. С отличным ароматом, хочу вам сказать. Итак, читаем этикетку. 16-й год. Ницца. Миласа. 14,5 алкоголя. Совсем немало. И обратите внимание, какая красивая бутылка. Когда-то я такие делал. Постарались, заморочились с бутылкой. Так, 16-й год, дата розлива, 26.03.19 год. 3 года прошло. Ницца, коллекция Миласа. Вино, защищенного наименование места происхождения категории ДОКГ. Ну, это серьезное вино. Региона Пьемонт, выдержанное красное сухое. Вино, приготовленное из сорта винограда Барбера, выращено в винодельческой зоне Ницца, имеющей идеальный климат и особый состав почвы в регионе Пьемонт. По регламенту вина Ниццы выдержаны не менее 18 месяцев, включая 6 месяцев в дубовых бочках. Вот так. Потенциал к выдержке 8-10 лет. Отлично. Вот такое винишко сегодня, ребята. Аромат стоит шикарный. Так. Цвет. Цвет темная-темная, ребята, вишня. Насыщенный, с немножечко кирпичным оттенком. Цвет красивый, вообще классный. Так, аромат этого вина. Поехали. Какой классный аромат. Фиалки. Прекрасен. Лаванда. Спелая вишня. Немножечко ежевики. Немножечко осеннего леса. Немножечко ванили. Прекрасен. Сейчас болтну. Да. Букет просто прекрасен, ребята. Аромат мне просто очень нравится. Вообще вино плотное, непрозрачное, насыщенное. Конечно, 14,5 алкоголя это не маленький алкоголь. Но в этом-то, видимо, и соль этого вина. Прекрасно. Ну что, ребята, дебют Барбера, Пьемонт, Ницца. Поехали. Mm-hmm.
Продолжительное послевкусие, длинное. Очень хорошая кислотность, ребята. 16-й год, практически 8 лет вину. Вино в прекрасной форме. Оно еще столько лет будет стоять. Прекрасно, прекрасно. Мягкие-мягкие танины. Вино очень хорошо сбалансированное. Мягенькое-мягенькое. Оно немножечко, ну как, охлаждено. Доставалось с погреба, а там у меня довольно-таки прохладно. Поэтому прекрасно пошло. Черешня. Переспелая вишня в шоколаде. Вот такое вкус. Дуба практически не ощущается. Мягкие танины. Еще один глоточек. Табачок. Немножечко чего-то такого неуловимого. Нежевики. В общем и целом, хочу сказать, вино просто шикарное. Барбера. Очень интересный сорт винограда. У меня еще есть одна Барбера. Лежит тоже. Старенькая. Надо будет попробовать ее. Чувствуется грибы. Что-то еще такое интересное. Клюква, брусника, немножечко малины. Ну, что еще могу сказать? Вот такая бутылочка еще раз. Красивая, шикарная. Мелиасса, Италия. Слов нет, ребята. Одни эмоции. На этом все. Пишем комментарии. Подписываемся. До свидания.